Всех приветствую, с вами Александр Вельков, виноградтверь.ру. Сегодня у нас 5 сентября 2022 года. Ну вот смотрите, практически созрел сорт King Ruby. Здесь почти без горошения, потому что остальные вот дают вот такой горох. Сейчас покажу. Вот такой тут вот на остальных. Вот хотя вот есть такие грозди. Но это из-за опыления плохого. Была плохая весна. Вот, кстати, вот такой вот, вот такой кишмиш фактически. Мне нравится больше, чем вот такие с косточками. Хотя вот на самом деле вот грозди вот такие. Хотя видите, тут тоже вот это тут было плохое опыление, что называется, все это отвалилось. Вот здесь вот даже, похоже, совка пыталась съесть. Или слизень, скорее всего. Вот такой вот куст небольшой, King Ruby, ну вот он дает небольшой урожай. Соответственно, на следующий год лоза, видите, уже вызревает. Попробуем дать нормально, так сказать, этому кусту развиться. И, соответственно, попробую получить урожай чуть побольше. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Александр Беляков, виноградтверь.ру.